В прошлом году этого еще не было. Здесь выстроили такой вот лежаки. Это практически на болоте тут, на берегу Москва-реки. И вот здесь вот точно я помню, что были заводи камыша. То есть вот эту сейчас всю часть сделали деревянный такой помост. В общем, типа пляж загорательный. Там вот вдалеке это санаторий для пенсионеров. Здесь тоже вон спуски сделали на той стороне реки. Ну, а вон мост как раз видно. О, какое-то желтое здание даже выстроили. Что-то я такое не помню. И Ашан-Сити на той стороне закрыли. Вот и все новости.